Нашего следующего участника в детстве часто отправляли к бабушке в деревню. С тех пор он ненавидит жару, комаров, повстанцев и весь Сомали в целом. Встречайте, Свят Загайкевич в стендап-шоу! Свят Загайкевич в стендапе уже очень давно. Настолько давно, что свой первый стендап Свят рассказывал самим тираннозаврам. Кстати, по слухам, и вымерли они не от метеорита, а со смеху. А вот Свят продолжает выступать уже на сцене нашего стендап-шоу. Воу-воу-воу, всем привет, салют! Рад видеть. Ну, не конкретно каждого, просто вообще рад видеть, потому что всякое с глазами бывает, знаете. И хочу сегодня поговорить о главном визуальном искусстве, о кино. Ну, точнее, не совсем как бы о кино, а о украинском кино. То, что у нас снимают в стране, это трудно назвать кино. Все равно, что сказать, что Славута — это автомобиль, или моль — это домашнее животное. Но, тем не менее, какое бы оно ни было, оно у нас есть. И это прекрасно, друзья. Как известно, театр начинается с вешалки, так кино начинается не с постели, с кастинга. Я, знаете, мастер просто прохождения кастингов, просто гуру. Знаете, бывают такие ситуации, приходишь на кастинг, а там такой настоящий профессионал, режиссер встречает тебя. Говорит: здравствуй. Представься. Говоришь: Свят Загайкевич, актер театра или кино? Говоришь: ну, и театра, и кино, как бы, где возьмут, там и актер. Хорошо, Святослав, покажи-ка мне градацию эмоций удивления. Начнем от такого киношного варианта и пойдем к более театральному. Я говорю: в смысле? Ну, как будто ты увидел у своей девушки третий сосок. Я представляю, как такой режиссер общается с проститутками. Приезжает проститутка. Представься. Тамара, проститутка. Ты проститутка с улицы или с публичного дома? Я проститутка везде. В каком смысле? Во всех смыслах. Хорошо, Тамара, сейчас я достану его, а ты покажешь мне градацию эмоций удивления. Независимо от его размеров. Ну, давайте от эротического кино перейдем к нашему украинскому. Знаете, есть масса вариантов, в чем же проблема украинского кино. Миллионы отговорок. Злые режиссеры, деревянные актеры, слепые операторы. Все глупости. На самом деле проблема на поверхности. Проблема в названиях. Вот как называют современное украинское кино? Вот, например, «Той, кто пройшов крізь вогонь». Вы когда-нибудь слышали подобные названия на Западе? Тарантино не называет свой фильм «Те, которые... два чувака в черных костюмах, которые разговаривают о бургерах, мочат всех налево и направо». Нет, называют как-то полаконичнее. Ну, у нас в Украине тоже есть название полаконичнее. Например, нашумевший просто фильм ужасов «Штольня». Я бы назвал его «Что, бля?». Действительно, никто не знает, что такое «Штольня». Назови фильм нормально. «Адский спуск», «Кровавые подземелья», «Тупорылые студенты дохнут под землей». Все станет понятно. Нет, «Штольня». Еще одна перла нашего украинского кинопроизводства — это «Сыневир». Первый украинский фильм ужасов 3D, действие которого происходит в Карпатах. Я когда слышу такой анонс, уже представляю себе этот фильм. Значит, горы, Карпаты, никакого 3D. Мы видим маленький огонек, камера приближается, деревья проносятся на экране, 3D все еще отсутствует. И вот, наконец-то, мы видим костер, вокруг которого сидят перепуганные студенты и слушают старого деда в соломенной шляпе. И тут крупный план деда. И вот оно, настоящее украинское 3D. Шляпа у деда просто торчит из экрана. Мало того, еще усы, здоровенные усы, которые просто свисают на первые ряды зрителей.
Дед обводит студентов страшным взглядом и начинает свой рассказ. И як вот то ты войдешь, то у лісу, то всяке може бути, бо там дуже небезпечно, там то кліщі, чи всяко то може бути, бо то дуже небезпечно. А якщо ти біля озера Синемір, то там взагалі напасть, бо там є таке чудовисько, яке називається псеголовець. Таке вроді як людина, але таке голова як пес, і воно так робить. Как вы уже знаете, Свят Загайкевич актер, и мне кажется, что сейчас Свят шутит с огнем. Он шутит об украинском кино. Мне интересно, попадет ли после этого выступления в стендап-шоу Свят Загайкевич в черный список украинских кинорежиссеров или нет? Время покажет. Бо якщо ти вот таке чуєш, одразу тікай, бо то си, але не вір. Я задачные лица студентов и всех зрителей, потому что вся эта жесть без субтитров. Спасибо. Это был Свят Загайкевич, человек, который бы с удовольствием не ходил на работу, вместо этого лежал бы у бассейна своего дома с поклонницами, но, к сожалению, у него нет ни дома, ни бассейна, ни поклонниц. Вместо этого он очень хорошо и ярко проявляется в стендап-шоу.